Стратегия создания большого трицепса. Трехглавая мышца плеча, известная как трицепс, мышца-разгибатель, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трех головок – длинной, литеральной и медиальной. За счет длинной головки трицепса происходит движение руки назад и приведение ее к туловищу, а вся мышца принимает участие в разгибании предплечья. Трицепс является антагонистом бицепса. Когда бицепс сгибается, трицепс разгибается. Многие считают, что главную роль в развитии мускулатуры рук играет преимущественно бицепс. Однако это не так, поскольку массовая доля этой мышцы составляет 30% от общей массы плеча и рук. Величина трицепса играет большую роль в размере руки. Чрезмерные тренировки бицепса, особенно хронический пампинг, способствуют тому, что симметрия мышц рук нарушается. Помимо прочего, слабый трицепс негативно влияет на силовые показатели в таких упражнениях, как жим штанги лежа и подтягивания. Вопреки еще одному распространенному мнению, все три головки трицепса участвуют в работе одновременно. Упражнений, способных изолировать какую-либо из них, по сути, не существует. Большинство движений нагружают головки трицепса равномерно. Другими словами, если у вас отстает латеральная головка, то практически невозможно ускорить ее развитие относительно роста других головок трицепса. Кроме этого, массовая доля той или иной головки определяется скорее генетикой тренирующегося. Трицепсы, как и другие мышцы, лучше всего прорабатываются базовыми упражнениями – жимом лежа, узким хватом и отжиманиями на брусьях. При этом атлетам со стажем тренинга менее 2 лет не рекомендуется использование изолирующих упражнений. Важно отметить, что тренировка трицепса требует идеальной техники выполнения движений и повышенной концентрации на работе мышцы. Рабочие веса лучше использовать средние, поскольку большие веса отрицательно влияют на соблюдение правильной техники. Тренировки трицепса, если он хорошо растет, необходимо проводить не чаще 1 раза в неделю. Причем суммарное количество сетов во всех упражнениях на трицепс не должно превышать 10-12. Количество повторов среднее, в границе от 8 до 19 повторов в каждом сете, ибо трехглавая мышца плеча любит силовую нагрузку. Если же трицепс отстает в развитии, либо если нужно повысить результаты в жимовых упражнениях, его можно качать и 2 раза за 7 дней. Например, в понедельник и в пятницу. Необходимо также учитывать, что многие упражнения на грудные мышцы достаточно серьезно нагружают трицепс. При составлении программы тренинга всегда максимально разводите дни проработки грудных мышц и мышц трицепса. Главными упражнениями для проработки трицепса являются жим штанги лежа узким хватом и отжимания на брусьях, развивающие как руки, так и грудь. Кроме этого, хорошее воздействие на трицепс оказывает французский жим лежа. Такие упражнения, как разгибание на верхнем блоке на трицепс и разгибание из-за головы, ровно как и другие изолирующие упражнения, новичкам не рекомендуются. Прежде чем переходить к оттачиванию, важно создать базу. Трицепс в домашних условиях. Домашними упражнениями для проработки трицепса являются классические отжимания от пола и отжимания от скамьи. При этом, как и в случае с жимом лежа, узкая постановка рук при отжиманиях от пола усиливает вовлечение мышц трицепса в работу. Техника выполнения отжиманий от скамьи. Установите 2 скамьи или 2 стула. На расстоянии 80-90 см друг от друга. Расположите на одной скамье ноги и возьмитесь за край другой. Медленно опустите тело вниз. Затем поднимитесь вверх за счет работы трицепса. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!